Хочу показать вам свой повседневный макияж губ, и для этого я беру сначала карандаш в коричневом оттенке. У меня, кстати говоря, два бренда с очень похожими оттенками. От Stellaris самый мой любимый, и от Pussy тоже в цвете шоколада. Они не особо чем-то отличаются, поэтому нам нужно дозакончить этот продукт от Stellaris в 09 оттенке. Этот цвет очень красиво гармонирует с цветом моих волос, ну и в принципе слегка увеличивает объем губ. Также я совсем немного закрашиваю арку Купидона. Вообще зависит все от настроения, когда закрашиваю, когда нет. Ну, в общем, вот такой вот промежуточный результат у нас получается. Ну и завершающий штрих — это тинт от Chupa Chups в моем любимом оттенке манго. Наношу все в центр и слегка потом подтушевываю вниз. Как мне кажется, получается очень свежо и натурально. Ну и такой универсальный цвет вообще подходит к любому наряду. Ну а я буду с вами прощаться. Всем добра и всем пока-пока.